К удовольствию болельщиков, ворота в этом принципиальном матче распечатали уже на 12-й минуте. Но лидировала команда «Авангард» недолго. Не прошло и 10 минут, как футболисты с «Катерем» сравняли счет 1-1. С таким результатом команды и отправились на 15-минутный перерыв. Вратарь команды «Авангард» Евгений Пешехонов к пропущенному мячу отнесся по-игровому спокойно. Так сложились обстоятельства, так расположились защитники. Не знаю, может быть, нападающий «Терема» в этой ситуации немножко удачнее был. Потому что он и убежал, и в ворота попал очень здорово. Потому что чуть бы он мяч летел немного бы хотя бы поближе ко мне, я бы его точно бы достал. В этом году борьба за кубок стала особо напряженной. Как оказалось, символ победы – ваза с высеченной на ней названиями команд-победителей, которая начала свой путь в 1952 году, сегодня нашла постоянное пристанище в музее спорта. Вместо нее ближайшие 20 лет команды-победители будут обладать новым кубком. Идем по нарастающей. Проблем на самом деле в городском футболе много, начиная от организации, заканчивая финансированием. Вот решили в этом году серьезно подойти к этому моменту, к моменту организации. Вот видите, на трибунах немало людей все равно, да, как бы чуть больше даже может быть, чем ходит на первую команду, и это очень хорошо. Второй период финального матча прошел в острых атаках. Несколько напряженных моментов и опасных ударов заставляли трибуны вскакивать и разочарованно гудеть. Равный счет на 90-й минуте, и обе команды снова отправились на поле на два дополнительных игровых отрезка по 15 минут, а следом и на послематчевые пенальти. Уровень чемпионата и зрелищность чемпионата в этом году показывает то, что три команды, которые стали вот первые три команды, которые лидируют, их они отстают всего на одно очко. Вот нам достаточно было проиграть всего один матч в этом сезоне, мы уже первыми стать не смогли. Не смогла команда «Авангард» взять и кубок. Во время пенальти спортивной удачи улыбнулась футболистам «Терема». Финальный свисток студии, счет на табло 3-5 в пользу футболистов в зеленой форме и заслуженная победа, к которой команда «СК Терем» шла целый сезон. Кирилл Васинин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».